Позови меня, дай голос твой услышать. Позови меня, пусть дождь стучит по крышам. Я пойму, грустить не надо под твоим прекрасным взглядом. В вечность я войду, пусть тяжело и больно, подними меня. И в этом мире я найду тебя. И распахнутся двери, ты вошел, я поверил. Ты вошел, я поверил, мой Господь. Свою жизнь тебе доверил, мой Господь. Свою жизнь тебе доверил, мой Господь. Каждый год она приходит неизменно, пожиная все, что сеяли весной. Пожиная, что растили теплым летом, подводя итог ошибкам и успехам. Осень, ты ведь в жизнь придешь однажды, и сорвав с деревьев желтую листву, ты шепнешь мне тихо здравствуй. Я пришла пожать твою весну. Ты шепнешь мне тихо здравствуй. Я пришла пожать твою весну. Друг, не думай, что еще ты слишком молод, что весной не нужно осень вспоминать. Ведь сейчас ты сеешь то, что будешь должен, золотою осенью пожать. Осень, ты неумолима, ты покроешь инеем виски, ты не скажешь много слов красивых. Говорить о всем будут плоды. Ты не скажешь много слов красивых. Говорить о всем будут плоды. Друг, не думай, что еще ты слишком молод, что весной не нужно осень вспоминать. Ведь сейчас ты сеешь то, что будешь должен, золотою осенью пожать. Осень для кого-то долгожданна, для кого-то мрачная пора. И сегодня выбирает каждый двери ада и небесные врата. Ведь сегодня выбирает каждый двери ада и небесные врата. Размышляя о жизни, каждый, на самом деле осознанно или нет, часто-часто делает выбор, что он будет иметь в будущем. Читая Библию, мы читаем о чем? Вся Библия нас учит о законе, главном законе. Закон сеяние и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Так говорил наш Господь Иисус. Так говорил апостол Павел. Так говорил Бог Моисею. И мы сегодня видим,
как много горя, как много страданий. И даже не подозреваем, что мы, как люди, человечество, мы много сеем. И сеем очень много негативного. Поэтому и рождается во всех обстоятельствах негатив. Позитива намного меньше. Но мне хочется сегодня сказать тебе, мой друг, закон сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Так часто мы видим эту фразу в Библии. В этом скрыт не какой-то, знаете, вот тон угрозы, а в этом скрыт секрет успеха. Потому что, зная это, я могу сегодня засевать свое жизненное поле добрыми семенами. Я могу сделать свою жизнь, свое будущее прекрасным. Я могу так много сеять. И Бог дает эту возможность. Семенем сегодня являются прежде всего наши поступки. Но даже больше, глубже. Семенем является наш мотив. Наше сердце. Когда мы сеем свое сердце, когда мы делаем что-то от души, когда мы делаем что-то не для людей, а для Бога. В послании к Колоссянам вот так интересно говорится. Все, что не делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков. Потому что именно от Бога, говорит, вы получите награду. От Господа получите наследие. Знаете, иногда думаешь, наследие. Оказывается, есть наследие от Бога. И его можно получить, поступая каждый день не перед людьми, а делая что-то перед Богом. Подумайте сами, сколько в нашей жизни разных ошибок. Сколько мы допускаем разного того, о чем мы потом сожалеем. Неужели нам не стоит задуматься и понять, если закон сеяния и жатвы, он неизменно работает, не исключая из этого правила ни одного человека. Значит, у нас есть ключ к тем дверям, за которыми лежит благословение. Начинаем делать добро. С правильным сердцем, с любовью к Богу, когда мы начинаем сеять свои финансы, конкретно в спасение людей, это самое великое благословение вообще. Вот сегодня 13 глава Матфея говорится так, это притча Иисуса. Вышел сеятель сеять семя. И там говорится, что он сеял и одно зерно попало при дороге, другое – на каменистую почву, третье – в тернии, а только четвертое попало в добрую почву, которая принесла большой плод. И вот я размышлял в своей жизни, да, много об этом и думал, ну какая вот почва самая-самая-самая, что ни на есть, вот четвертая, да, самая важная. И я четко понял, наверное, та, которая для Бога самая важная. А для Бога самое важное – это спасение человеческих душ для вечной жизни. Бог ждет нас всех. Он ждет там людей. И Он хочет увидеть человека спасенного. Он все для этого сделал. И работа Духа Святого, сейчас Дух Святой продолжает это делать через подчиненные Ему сосуды. И я подумал однажды о том и четко понял, делай все для спасения людей. И именно это является той четвертой почвой. А я подумал, какое семя самое важное для моего Бога? Какое семя самое драгоценное? Дорогие, я понял.
я могу посеять что-то, что самое лучшее семя для него. Это моя жизнь. Сея мою жизнь. Всю. Полностью подчинив ее как семя спасению людей. Делая все для того, чтобы человеческие души спасались. Я подумал о том, что это все, что я могу сделать. И, наверное, это все, что хотел мой Бог. Поэтому я готов ехать в любую страну. Я готов идти, куда он хочет, и свидетельствовать о нем. И только одного прошу, чтобы он мне дал силы, чтобы он поддержал меня, чтобы он дал мне устоять в трудные моменты, сохранил внутри меня это хотение и действие. Возможно, ты сегодня ищешь смысл жизни. Я хочу сказать тебе, это на самом деле очень правильные мысли. Нужно в самом деле искать смысл жизни. Я его нашел. Я его нашел, и мне так хочется, чтобы и у тебя тоже был найден этот смысл жизни. Чтобы ты тоже увидел все так, как это увидел я. Когда я беру свои финансы, я сею в спасение людей. Часто я призываю к партнерству. По-разному люди на это смотрят. Кто-то говорит, да он деньги делает на этом, кто-то еще что-то плетет. Знаете, ну люди, есть люди. Я смотрю на это все и думаю. Нет. Партнерство — это святое. Когда ты сеешь, когда ты становишься партнером, ты толкаешь эту машину. Буквально спасение человеческих душ для вечной жизни. Ты делаешь что-то, что оживает там, где было мертвое. Ты своими финансами делаешь так, что оно оживает. И люди спасаются. И новые души обретают отношения с Богом. Прощение своих грехов, дар вечной жизни. А когда смотришь, подумайте на то, как исцеляются люди, что Дух Святой подтверждает свое дело чудесами, знамениями. Когда апостолы шли и говорили слово, написано, что Дух Святой, он подтверждал слово благодати. И вы знаете, так сейчас происходит. Ты говоришь о Боге, о Его любви. И так как ты сам пережил все это, и так как ты не от себя это говоришь, а Бог послал тебя, то Бог подтверждает свое слово чудесами и знамениями. Когда люди становятся партнерами этого Божьего дела, конечно же, свидетельство Божье обязательно проявляется в их жизни. Бог начинает творить чудеса, Бог начинает делать свою работу. И когда исцеляются больные, когда ты видишь, как у кого-то был рак, и он уже в своей душе хоронил себя, родственники хоронили, и потом исцеление, как можно не радоваться? Как можно не благодарить Бога за такое служение? Как можно не величать Христа за то, что Он воскрес, и что Он реален, и что сегодня Он движется. И как можно Его не благодарить за то, что Он движется. И именно сейчас, именно так, именно в этом служении. Спасибо Ему.
Я благодарю его. Это было моей мечтой. Видеть его славу. Знаете, когда мы решаем, я буду счастливым, я буду благословенным. Так вот, этот момент, он и есть ключевой, начиная сеять свои финансы, начиная сеять свои поступки, начиная проповедовать Евангелие, достигая спасения людей. Когда ты поступаешь неправильно с людьми, ты должен знать, придет время, то, что ты посеял, ты будешь пожинать. То ли это ты, то ли это я. Не имеет значения, у Бога нет лицеприятия. Когда ты видишь, что кто-то неправильно поступает, не переживай. Не старайся вообще воздать ему, не старайся решить за Бога, что делать с этим человеком. Зачем? Ты должен прекрасно знать, что если он в своем слове написал, что он воздаятель, что он со всеми поступает нелицеприятно, что подсеет человек, то и пожнет, то ты успокойся и живи своей жизнью. И ты должен знать, что на твоем веку хватит и тебе. Хватит и ему. Мы все делаем ошибки, мы все вообще периодически можем ошибаться, заблуждаться. Поэтому лучше всего быть великодушным, снисходительным, прощать, любить. Он сказал, если мы будем любить врагов, мы будем совершенно, как совершенен Небесный Отец. Вот что это такое, любить врагов? Знаете, это не просто, знаете, какие-то вот чувства. Я так думаю, что это прежде всего способность простить человека, способность даже вот при первом его шаге навстречу тебе обнять его, забыть обо всем и считать его за брата, за сестру. Суметь вместить. Я даже больше скажу. Часто в нашей жизни бывает, когда Бог допускает так, чтобы мы ошиблись, чтобы мы где-то даже своим лицом коснулись какой-то грязи, чтобы потом мы понимали других людей и не говорили, я не понимаю, как он это сделал. Я вот этого точно не понимаю. И потом смотришь, на следующий день ты уже точно понимаешь. И чтобы такого не происходило, знаешь, иногда Богу приходится над нами работать, расширяя наше сердце, чтобы мы были способны вмещать ошибки других людей. И вот я хочу вам вот что сказать. Прощение – это семя. Любовь к врагу – это мощнейшее семя. Способность твоя вмещать людей со всем их багажом, со всем, что у них есть, это семя. Когда твое сердце, оно способно понимать Бога в этих ситуациях, это серьезное семя. Я вспоминаю момент, как мы с Викторией оказались в этой тайской тюрьме. И когда все так далеко зашло, что мне казалось, что неизвестно, выйдем ли мы оттуда, останемся мы ли мы живыми вообще. Я видел, как Виктория, она вообще не могла подняться, сутками просто лежала. И я просто по несколько дней не останавливаясь, плакал, потому что я не мог этого пережить, глядя на нее. И наши камеры были рядом, и в камере в стене была щель такая небольшая. Через эту щель мы друг друга могли видеть одним глазом и переговаривались там. Я подходил все время, когда она лежала, она не видела меня, я смотрел на нее и плакал. Просто не мог пережить этого.
Я знал, что люди, которые сделали это, заплатили деньги, сделали так, чтобы это произошло, посадили нас там, в эту тюрьму. Это, конечно же, негодяи, подлецы, можно много говорить, это понятно. Но я помню, как Виточка начала говорить мне: «Вочка, мы должны простить их». И я помню, это было для меня тяжело слышать. Мое сердце, оно кипело просто от боли, от безысходности. И, честно говоря, от какой-то, не то чтобы злости, но конкретного возмущения внутреннего против этих людей. Негодования. Но ее слова, они были от Бога, поэтому они не дали мне покоя. И это не было просто. Люди думают, просто простить. Я понимаю вас, если вам нужно простить, и вы не можете, поверьте. Я молился сутками в этой камере, плакал, молился. И я помню, я пришел к тому, что я простил. Я простил так глубоко, что я начал молиться, и вдруг пришло место Писания мне на память, где говорится, Бог говорит, мне отмщение, я воздам. И казалось, я все Богу отдал. И тогда я начал просить: «Боже, если я люблю их, и ты сказал, что ты хочешь, чтобы я их любил, и я их люблю, я их простил, если я их простил, то я прошу тебя, не надо им воздавать, потому что в чем же тогда мое прощение и в чем же тогда моя любовь, если я буду знать, что ты им воздашь?» Я начал ходатайствовать о том, чтобы Бог им не воздавал, чтобы отец не трогал их. Поверьте, если бы этого не было, я бы не смог этого говорить. Но это было. Я знаю, что подобные семена, они по-настоящему касаются Бога. Возможно, даже где-то взрывают Его сердце любовью к нам. Потому что мы именно в эти моменты преображаемся в Его образ. Христос, Он простил всех нас. Он не просто умер за нас, Он простил нас. И поэтому смог умереть за нас. Он заплатил за наши грехи. Семена, которые мы сеем, пусть они будут самыми важными. Любовь – это семя. Прощение – это семя. Когда ты думаешь о детях, онкологических детях, детях-инвалидах – это семя. Когда ты думаешь о людях, которые сейчас пожилые, им нужна операция, у них нет денег – это семя. Когда мы, друзья, когда мы вместе делаем дело, это семя. Когда ради мира и любви мы просто снисходим друг к другу, прощаем друг друга, просто покрываем друг друга и держимся по-прежнему за руки, любя друг друга ради мира, ради единства, это семя. Пусть Бог вас обильно благословит. Поможет вам быть благословенными. Сегодня Бог меня так повел, что я веду домашнюю группу. Мне хочется всех пригласить на эту домашнюю группу. Мне хочется всем сказать: присоединяйтесь к домашней группе. Уже много людей, которые присоединились, пережили чудеса. Главное, пережили Божье Слово, пережили Его любовь, Его прикосновение.
На каждой домашней группе я молюсь. Я прошу Святого Духа мощно действовать. В это время сейчас у нас 4 домашних группы, когда мы молимся за детей. И в самом деле, когда понимаешь, насколько это важно, посвятить своего ребенка Богу, как это драгоценно. И я знаю, эти 4 домашние группы, это будет масса свидетельств, исцелений, чудес. Потом будут еще 4 домашние группы, где мы будем говорить опять о важных, насущных вещах. Где я буду учить о духовном мире, учить о благословении, учить о финансах. Каждый человек должен пережить Божью славу. Пусть ваши семена наполнят ваше жизненное поле. Пусть оно не будет пустым и пусть оно не зарастает бурьяном. Знайте, вы обязательно пожнете. Люди могут забыть все, но не Бог. Бог видит все. В его памятной книге пишется все. Мне хочется также ни в коем случае не пропустить этого, не оставить вас без этого благословения. Если вы еще не являетесь партнером, я хочу, чтобы вы знали. Быть партнером – это великая привилегия. И я говорю партнером в деле Божьем. Сегодня мы проповедуем Слово Божье, мы проповедуем жизнь, исцеление. Мы делаем все, чтобы сегодня Евангелие достигло неспасенных людей. Я хочу, чтобы ты и я, мы были командой. Когда ты становишься партнером, благословение принадлежит тебе, как партнеру. Потому что твое семя, которое ты сеешь, оно обязательно приносит плод в твою же жизнь. Ты все равно деньги потратишь. Нужды, долги, проблемы съедят эти деньги. Они стоят с открытыми ртами, как животные, и поедают твою финансовую жизнь. Но когда ты свое семя сеешь, свою десятину, свои партнерские, ты сеешь в то, чтобы спасались люди, ты буквально даешь их для Бога. Потому что мы проповедуем Его, живого Бога. Тогда Он запретит пожирающим касаться твоей жизни, касаться твоих денег. И говорится, что благословение изольет на тебя до избытка. И там конкретно говорится десятины и приношения. То есть мы называем это партнерские. Так вот, послушай, я не хочу, чтобы ты остался без благословения. Не лишай себя этого. Возьми, испытай Бога. Возьми и сделай. С полной верой. Ты можешь и не испытывать. Должен знать на 100%. Точно 100% тебя. Явление Божьей славы пусть придет на твою жизнь. Я хочу помолиться за тех, кто сейчас принимает решение. Стать частью домашней группы, это, конечно же, благословение, потому что ваша жизнь в течение года, она изменится на все 100%. Вы станете другим человеком, ваша семья станет другой, ваши друзья станут другие, потому что все будут на этой домашней группе. Вы увидите, потому что это благословение. Я хочу помолиться за тех, кто принял решение стать партнером. Я вам говорю, ваша финансовая жизнь, она изменится. Вы должны иметь основание и веру, которую вам поможет иметь ваше же семя, ваши же десятины и ваши же партнерские. Во имя Иисуса, во имя Твое, драгоценный Господь наш Иисус, благослови
каждого человека, который сегодня принимает решение быть твоим соработником, быть твоим партнером, быть человеком, который вместе с тобой, Дух Святой, действует на этой земле. Я благодарю тебя за каждого. И во имя Твое Святое прошу, благослови. Благослови, яви свое свидетельство, яви свою славу. Приди, Господь, стань ответом в финансовой сфере. Запрети пожирающим, запрети этим кредитам и долгам, запрети этим нуждам. Запрети, Господь, пусть сегодня, как масло, оно умножалось, как мука, оно умножалось. Точно у вдовы, точно так сегодня пусть умножаются финансы. Пусть умножаются финансы в кошельках, на счетах. Пусть умножаются финансы во имя Иисуса. Пусть сегодня явится Твоя слава. Пусть откроются закрытые двери. Пусть те пути, которые не были видимы, они проявятся. Поведи Ты своей рукой каждого, каждого бизнесмена. Я молю Тебя, Господь, благослови сегодня. Пусть благодаря его верности в десятине партнерском сегодня проявится путь, проявится дорога, которая для него открытая дверь, которую открываешь ты и никто не закроет. Яви свою славу, Господь, на каждом бизнесмене, на каждой вдове, на каждом нищем, на каждом богатом, на каждом чиновнике, на каждом политике. Яви свою славу. Пусть в их домах придет исцеление к детям, пусть придет исцеление к взрослым. Пусть придет атмосфера здоровья, атмосфера покоя, защищенности, любви и благополучия во имя Иисуса. Пусть явится Твоя слава. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. И я благодарю Тебя за каждого, кто присоединился на домашнюю группу. Пусть слава Твоя покроет жизнь каждого. Спасибо Тебе, Боже. Амин, амин, амин. Дорогие, да благословит вас Господь. Я рад был быть с вами. Спасибо. Пока.